Владивосток, Уссурийск, Арсеньев и другие города Приморья представили свои детские команды на первенстве края по баскетболу. Трехдневные соревнования, которые прошли в спорткомплексе «Арена спорта», собрали игроков в возрасте 14-16 лет. Встречи стали также частью спартакиады школьников, которая продолжается уже последние несколько месяцев. Я очень хочу, чтобы наш детский спорт развивался в Приморском крае, потому что это наше поколение, и в этом будущее. И очень хочется обратить внимание взрослых больших дядек из Белого дома, чтобы они нас услышали. На паркете встречались как парни, так и девушки. Юные баскетболисты имеют разный опыт. Кто-то занимается всего год, другие в своих секциях уже давно. Большая часть команд – это коллективы детско-юношеских школ. Для ребят такие матчи – уникальный опыт. Ведь обычно молодежь играет только с местными, а здесь, как-никак, соперники с других городов. Очень значимы эти соревнования, во-первых, потому что здесь играют именно 2001 год. И девочки приехали такие, как Сибирцева, Уссурийска. Это в основном сильные команды, ничего не могу сказать. Так с нашими девочками, с Русичей, с юности мы привыкли играть, а с ними видимся довольно-таки редко. То есть для нас это опыт. Среди большого списка участников особенно выделяется баскетбольный клуб «Спартак Приморье». Молодежка владивостокской команды, конечно, по уровню оказалась выше своих соперников, что подтвердил беспроигрышный результат «Спартака». Для приморцев этот турнир стал этакой тренировкой перед более важными соревнованиями. Команда «Спартак Приморье» 2002, 2003, 2004 года, у нас такая солянка. Вот, мы участвуем в этом соревновании, которое больше для нас как этап подготовки к первенству России. Национальные соревнования первенства России, вот они проводятся по регионам, будет у нас сейчас в ноябре и в Хабаровске. Впереди зима, но местные баскетболисты не собираются уходить в спячку. Приморские спортсмены продолжают активное участие и в других соревнованиях, вроде школьного чемпионата КС «Баскет» и межрегиональной любительской лиги. Максим Яковлев, Даниил Клёва, новости спорта на восьмом.